Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlines, и сегодня мы дальше проходим игру под названием Сумеречный Эпос, но по идее, как это автобусная остановка Амаяда, вторая часть. И мы ищем Табари, нашу девочку, вот, и мы пришли туда, где был тот пацан, который вроде как ее закопал в земле, но тут его нет, и одни записки остались. Меня продолжили преследовать даже после побега, это записки Табари. Я не могу забыть те громкие звуки шагов, мне кажется, что я слышу их до сих пор. Топ-топ-топ-топ. Воу! Это, блядь, что такое? Это скример? Во! Пойду я отсюда. Что это за тень? Почему она преследовала меня? Кроме того, куда подевался этот парень? Блин, друзья, это не это. Это уже не какая-то ламповая игра. Это реально какой-то хоррор. Я сплю. Мне кажется, Табари или этот парень, точно кто-то из них призрак. Он уходит. Тот парень вышел из особняка. Проследуй за ним. Так, вот теперь надо выходить отсюда. Где это мы вообще? Я не понимаю. Блин, я упустил его. Мама звонит. Алло? Акина, где ты сейчас находишься? Или Акина? Не сказал, куда ушел. До сих пор не вернулся. Я же волнуюсь за тебя, паскуда такая мелкая. Нахлебник, господи. Пузигренка ты. Прости, мама, я сейчас. Что? Как ты там вообще оказался? Это ж далеко от дома. Ну, много чего случилось. Расскажешь мне все, когда будешь дома. Папка сейчас ремень как возьми, как отпиздит. Уже поздно. Думаю, тебе стоит переночевать у твоей сестры Акари. Ее дом гораздо ближе. Да, типа. Не приходи домой. Я тут любовника привела у сестры Акари. Да, твоя троюродная сестра. Такое чувство, как будто он первый раз о ней слышит. Когда ты был маленьким, она часто с тобой играла. Я даже не помню об этом. Сестра. Играла. Идем чуть троюродная, так что с ней можно, да? Шучу, конечно. Я так у Блудлинса постоянно шутки какие-то. Как я уже и говорил, она живет совсем близко от того места, где ты сейчас. Конечно, сейчас поздно и хлопот на тебя принимать, но Акари-чан очень добрая. Акари-чан не путать с Качаном. Но мне как-то неудобно вот так вот внезапно напрашиваться. Иначе тебе придется ночевать на улице, потому что транспорт уже не ходит. Пиздёк там малолетний. Тебе это нужно в такой дождь? Ладно, я попрошу, скажи мне адрес. То-то же. Итак, следуй по пути, который я буду указывать. Ладно, мамка GPS, что ли? 23 часа ночи. Ни хрена себе, сколько же ему лет-то? О, локации тут до хренища, это круто. Вот это мне нравится, когда в играх куча локаций. Потому что привыкли делать одну локацию, и там все действие происходит. Ну, давайте уже, как-то хочется разнообразия, да? Что за отношения? Как ты вообще с клиентом разговариваешь? Акари, уоу. Подождите, где-то я видел эту девушку. Или она похожа просто на Читасе, или подожди. Заткнись, старикан. Или подожди, или Акари была в первой части, что-то я не помню. А ну-ка нам проверить. Нет, друзья, я проверил, там была Аканы вроде как. Но я проверил, и я дико сейчас в шоке просто, как изменилась графика, как изменилась игруха. Просто, ну, она сейчас намного красивее и намного четче. Так, заткнись, старикан. Что? Что ты мне только что сказала? Что, не услышал, усатый старикан? И сказал, заткнись, Ёша, прощайся валидолом собачьим. Квитанция лежит под сдачей, ничего тут, нечего тут ныть. Ах ты мерзавка, я требую позвать управляющего. Кроме меня тут никого нет, если что-то хотите сказать, я слушаю. В следующий раз я обязательно зайду, пожалуйста, управляющему, а тебя уволят. К ёбаной Да, извините. Блудлина вспоминает, как работал тоже на работе, и тоже всякие приходили, и он выдохнул. Почему я постоянно завожусь при спорах? Прям как я. Ой, уже так поздно. Нужно закрываться. Акари. Акари симпатичная девушка. А вот эта локация, если я не ошибаюсь, была уже, друзья, в первой части. Если я не ошибаюсь. Вот она. А может и была Акари. Но я так быстренько просмотрел, не знаю. Отстаньте, что от меня нужно? Да просто у нас небольшие проблемы с деньгами. Не отложишь 30 тысяч? Всего лишь. Вы смеетесь надо мной. Знаете, каких трудов мне стоило заработать их? А, это хулиганы... Подожди, это со... Не со старикана, это с какого-то другого мужика. Гопники выбивают бабки. А ну замолкни, мужик. Быстро взял, достал кошелек. Хи. Эй, что тут у вас происходит? Что-то у вас там... Ха, тебе что, не нравится? Эй, погоди, ты посмотри, какая она красавица. Сейчас мы ее, да. А сейчас Акари как покажет карате. Ай, правда, только сейчас пригляделся. Эй, Диволь, не хочешь с нами развлечься этой ночью? Шутите? Чего бы мне возиться с вами малявками? Так это малявки или кто вообще? Что там вякнуло? Просто по спрайтам непонятно, взрослый персонаж или маленький. Что-то ты больно дерзкая.
Эй, не позволь ей избежать, хочет она того или нет, мы заберем ее. Окей. Сейчас по-любому карате, смотрите. Лол, получи. Это было больно. Эй, ты в порядке? Если не хочешь тоже получить. Быстро подобрал своего дружка и свалял отсюда. Нахер. Ладно, простите, пожалуйста. Кстати, да, когда есть такие хрены, которые вот лезут к девушкам, пытаются там что-то там это, типа показать, что они крутые, может любая девушка дать отпор, вот показать характер. Если девушка показывает характер, для парня это неожиданно, и парень как бы, ну если такой не долбоеб какой-нибудь, не гопник отбитый на голову, то, ну, он поймет все и как бы перестанет лезть как бы, если там познакомиться хочет или тому подобное, напористый, показывайте характер. Пизданите, можете один раз даже, вот, я не знаю, там, если у вас контакт какой-то, вот, по рукам он там трогает вас или еще что-то за руки там пытается взять. По рукам один раз. И тогда человек понимает сразу. Но если я отбитый гопник, то лучше вообще ничего не делайте. Носите с собой баллончик с спреем газовым, там, газовым, перцом точнее, или шокер. Потому что по-другому такие люди не понимают. Ты в порядке, старик? Ага. Не думай, что я прощу тебя после этого за наш недавний разговор. А? Ты что... То, что ты мне помогла, не отменяет того факта, что ты не умеешь вежливо разговаривать. Дай ему пиздюлей тоже, пожалуйста. Да вообще-то и не делала это ради прощения. Но так уж и быть, я не буду жаловаться твоему руководителю. Да ты охуел, чувак, тебя чуть не отпиздили тут и вообще деньги чуть не забрали твои. Но только в этот раз. Дай ему, пожалуйста, пиздюлей, он нахуй... Просто. Точно. То, что я купил, мне все-таки не нужно, держи. Мужик, ты реально дебил. Что ты кинул? Джерки, вяленое мясо. Джерки, по-английски даже джерки. Ну, короче, надо было... Тут перевести надо было вяленое мясо просто. Ну, такой, знаете, закусочки такие. Пока. И убежал. Так а зачем ты покупал? Приходишь ты в магазин такой, покупаешь кока-колу там или еще что-то. А, ну, мне не надо. Берешь и выбрасываешь это просто. Что с этим стариком? Цундерить, что ли? А, цундеры, я забыл, кто это. Яндеры я помню, но цундеры... А, может, следит, типа, да? Короче, понятно, мне кажется, что он на нас запал. Реклама какого-то продукта. Тяжелая жизнь у нас, он, видите, внизу написано тяжелая жизнь. Так, котик, мы уже поговорили с ним. Да, вон, тяжелая жизнь. Эх, Акари. Акарина. Акарин, как в этом было аниме, которое я сейчас смотрю. Воу, дядя Степа, вы что сзади меня ходите? Дядя Степа великан, с большими ногами. Кстати, в нашем доме лифт на ремонте. Так лениво каждый раз подниматься до 4-го этажа, зато у тебя ноги будут накачаны и будешь без целлюлита. То мужикам не надо бояться, у них целлюлита нет, а у тебя будет, если не будешь ходить по лестнице. А Кинокун, это ведь ты? Ты, наверное, сестренка Акари? Ух ты, правда, Кинокун, как же давно мы не виделись, как поживаешь? Нормально, сестренка Акари, у тебя, похоже, тоже все хорошо. Уа, Кинокун, ты так вырос, я помню тебя только совсем малышом. Но что ты здесь делаешь? Неужели специально пришел повидаться со мной? На самом деле у меня к тебе просьба. Так. Вот как? Значит, тебе негде переночевать? Гребаное горло. Это очень внезапно, так что я могу... Я пойму, если ты откажешь. Конечно, она откажет в дождь проливной, ага. Да нет, конечно, оставайся у меня. К тому же скопилось только тем для общения. Ты уверена? Чего ты застеснялся? Уже ведь не ребенок. Такая сексуальная сестренка. И Акина дерзает. Тут шанс. Скорее заходи, нечего стоять на улице под дождем. Потому что японцы любят делать хентай про сестренок, про братиков и тому подобное. Ладно, спасибо большое. Так, жизнь в одиночку. Но теперь мы уже не будем жить в одиночку. Теперь у нас есть братик. О, теперь собака, которая сохранять будет давать. Хо-хо-хо. Пес не дает пройти. Джерки, вяленое мясо. На, кушай. Пес! Какого хрена тот пес какой-то не дает еще пройти? Вообще охреневший, что ли? Кто бы мог подумать, что закуска такого старикана пригодится? А ну, можно сюда пойти? Можно вообще полазить тут? Закрыто на ключ? Тут нет ни музыки, ничего. Это даже атмосфернее, кстати. Ну, атмосферку добавляют такую игрушки, чтобы проникаться в нее и тому подобное. Остерегайтесь подозрительных людей. Но это неудивительно. Таких стариканов, как только что был, да? Так-с. А какой у нас... на каком этаже мы живем? Дверь закрыта на ключ. Я даже без понятия. На каком? На последнем, не на последнем. Ты бегать умеешь, да? Да. Ну, идем дальше. На каком же мы этаже живем? Мне что, каждый этаж проверять? Да.
Хотя бы сказала бы. Или я не просмотрел. О, наверное, на этом. Наверное, самая последняя дверь, 100%. Да, как я и говорил. Простите за вторжение. Я вся мокрая из-за дождя. Ага, из-за дождя. Тот братик просто пришел, ты мокрый. Надо сразу подготовить ванну, чтобы согреться. В ванну? Да, вдвоем. Что такое? Да нет, ничего. Ванная комната прямо у входа, следуй за мной. Блин, я буду так орать, если реально какой-то тут момент будет, типа, ну вы поняли, да? Даже тут японцы намекают, он, видите, смущается и тому подобное. Ну, то есть намеки есть. Жди здесь, она с ним зашла в ванную, что за фигня? Перед тем, как идти спать, можешь воспользоваться ванной, спрашивай, если что непонятно. Или ты хочешь принять ванну вместе, как в детские времена? О, я же говорю. Что ты такое говоришь? Ха-ха, шучу. Ты такой милый, когда стесняешься. Блин, не издевайся надо мной, у меня уже пиперка-то встала до небес, сейчас пробьет стены. Кстати, Акари-сан, ты можешь пойти первой, я подожду. Ага, подсматривает. Опять засмущался, иди первым. Нет, все нормально. Мне все равно нужно сперва маме сообщить, что я добрался. А, точно, что ж, тогда я пойду первой. Хорошо. 100% будем подсматривать. Совместное купание, лол. Одежда, нижнее белье. В туалете будем купаться или в раковине? Мне кажется, ли за мной действительно кто-то наблюдает? Почему ей тоже кажется так? А ну-ка. Ха, он ушел вроде. А покажут нам эти, ну... Нифига она там прыгнула. Да, закрыли у нас, кстати. В единственной игре, где показывали грудь, а может даже не в единственной, это в Болотной русалке, короче, и где-то еще там, ну там прям вообще такой... Там... А, нет, подождите, было еще... Как же там игра была про пустыню? Desert Nightmare вроде бы. Там даже секс показывали. Вот в чем. Вот в чем такие вот пиксели развратные. Просто ужас. Как тепло. Нет ничего лучше ванны в холодные деньки. И все-таки удивительно, что Акина-кун пришел ко мне. Последний раз мы виделись, наверное, лет 5 назад. И сейчас, наверное, флеш... Воу! Воу! Нифига себе! Вы что рисуете? У меня же тут чак как улетит до небес прям. 5 лет назад. В то время я еще училась в средней школе, а сестра жила с нами. Подожди, какая еще сестра какая-то? Она чуть ли не каждый день меня в чем-то отчитывала. Подожди, Акари, но Акари это разве не сестра Читасе, нет? Встречу еще кое с кем я вспоминаю, возвращаясь на 5 лет назад. Так, не стоит заставлять Акина-куна ждать, пора уже выходить. Еще немного погреться, давайте погреемся, мне кажется, что-то будет. Еще чуть-чуть, все-таки я сегодня устала больше, чем обычно. Что будет? Должно быть, нет? Или это сделано для того, чтобы мы могли передернуть на Акар, да? Акари. Так, не стоит заставлять Акина-куна ждать, пора выходить. А можно еще? Еще чуть-чуть. Устала больше обычного. Что-то должно произойти, мне кажется. А ну-ка еще. Еще чуть-чуть, все-таки сегодня устала больше обычного. А, ну тут больше ничего нету. Походу, ну ничего не будет, короче, да. Короче, мы просто на нее смотрим и все. Да, выходим. Она так, знаете, бомбочкой плюхнулась туда, в эту ванну, лол. Так, мы переоделись уже. Та одежда не полнит тебя случайно? Так, где этот наш дружок-пирожок? Дружок-пирожок, ты чаек уже, чай гоняешь тут, да? А вот и я, после ванны, так, хорошо. Ага. Воу, что за? Почему у тебя такое напуганное лицо? Да так, ничего, просто почему-то иногда кажется что-то присутствие рядом. Это потому, что ты макияж смыла, да? А, понимаю. В том возрасте я постоянно думала, что на меня люди странно смотрят. Просто в молодости есть особая чувствительность к такому, не переживай. Вот как? И все-таки, почему ты приехал в этот район? На самом деле, я приехал к одному человеку в особняке. Сейчас расскажи, что ты девочку выкопал, принес ее в дом, она скажет, ты что, поехавший уже, все? К другу? Нет, я впервые его узнал сегодня. Это нормально? Просто звучит как-то странно. Да, мы попрощались с ним очень скоро. В этом особняке живет какой-то парень. Так я знаю этот особняк. Там живет какой-то... Как-то там Кейма, он писатель. Во, я же говорил писатель. Кейма, ты имеешь в виду Тагакуши Кейма? Во, точно. Он очень популярен сейчас. Значит, тут парень Тагакуши-сенсей? Получается, Тагакуши-сенсей закопал табари на горе? Опа, что это? Звонок? Сейчас придет вот эта вторая девушка и будет тройничок. Я даже не удивлюсь, если это она. Вот блин, кто это может быть в такое время? Прости, Акина-кун, я пойду открою. Ладно. Кто это так поздно? Да это 100% Табари.
Да шо ты звонишь? Я не успел подойти. За дверью кто-то точно есть. Посмотреть в глазок. Никого. Чего? Привидение? В глазок никого не видно. Не, я не буду открывать. Не-не-не. Сейчас я сохранюсь хотя бы. Чё-то мне не нравится это. Ну хотя... Никого нет. А ну... Ну, тут надо открыть, наверное. Блин, надеюсь, я не сдохну. Что? Кто это? Да Барри? Она невидимая. Инвиз включила. Никого нет. Кто-то баловался? Мы ее не видим. Она для нас невидимая. А для брата 100% будет видимая. Охренеть. Вот это он сейчас пересрет. Хотя, в принципе, он же ее видит нормально. Такое ощущение, что кто-то зашел сейчас в гостиную. А ну-ка идем. Нормально. Да, Барри, почему ты здесь? Потому что Акина здесь, Акина. Что ты имеешь в виду? Ой, а разве я говорил, как меня зовут? Я все знаю про тебя, Акина. Чем больше я с тобой говорю, тем больше запутываюсь. Акина-кун, с кем ты сейчас разговариваешь? Так вот же. Акари-сан, ты же сама ее впустила. Когда я открыла дверь, там никого не было. Но сейчас напротив меня сидит девочка с серебряными волосами. Ладно, заканчивай прикалываться. Я серьезно? Тогда значит это... Нет, я боюсь привидений! Акари-сан? Где-то в этом доме есть моя записка. Найди ее, если хочешь узнать обо мне. Нормально. И она поверила сразу в привидений. Подожди, Табарь, объясни мне все. Ушла. Нормально так. Призрак ушел? А Акари-сан, ты правда не видела Табари? Правда, кроме тебя в комнате никого не было. Не похоже, что ты разыгрываешь меня. Табари, это та, кого, вероятно, похитил Тагакуши-сенсей. Чтобы больше узнать о ней, я должен отыскать ее записки. Записки? До этого я узнал, что кто-то насильно удерживал ее, но почему-то сама она ничего про это не говорит. И чтобы узнать всю правду, нужно отыскать ее записки? Все так. Она как-то слишком быстро в курс дела вошла. Другая бы должна была сказать: какие записки, какое привидение? Братик, ты чая там напился, что ли, с этим, с наркотическими ЛСДшечками или что? Эта девочка сказала, что оставила свою записку где-то в этом здании. В этом здании? Кстати, говорили, что этот Тагакуши Кейма однажды селился в одной из квартир. В этих, да? И потом номер 102 освободился, я даже хотел осмотреть ее. В номере 102? Может, записка Табари как раз там? Я помогу попросить у администратора дома ключ, чтобы зайти туда. Тебе дадут? Ей любой даст. Думаю, да, мы с ней в дружеских отношениях. Тогда я хотел бы попросить тебя. Без проблем, сейчас схожу к ней. К ней. Короче, а вот и я, мне дали ключик. Правда. Сейчас мы пойдем записки искать, походу. Да, но лучше я пойду с тобой, а то мне боязно отпускать тебя одного. Вот, держи ключ. Получен ключ от номера 107. Спасибо большое. Все, друзья, все заметно по лицу. Идем в комнату 102, это, наверное, на первом этаже. И будем смотреть, что же там за записочка. А пока поставьте лайкусик, пока вы... Опа. Ох, напугался, похоже, это соседи. Пока можете, друзья, лайк поставить, если вы не ставили, потому что на самом деле надо побольше лайков собирать на такие игры, чтобы, ну, в принципе, я их искал, и побольше, чтобы выходили, и вот такие дела. Она всегда выходит посреди ночи, интересно, куда? Жутко интересно, но всегда стесняюсь спросить. А кто это? Подожди, ну это ж не 102. Комната 403. А по этажам можно, в принципе, сверяться. Подожди, а кто это была? Горничная какая-то? Это у нас третий этаж, это у нас второй, и на первом этаже, по идее, 102 комната должна быть, да? Закрыта на ключ. Какая комната? Комната 101, значит, это вот тут. Вот она, комната 102. Дверь закрыта на ключ. Ключ от палаты. Почему от палаты, а не от комнаты? Так, и тут опять же сохранение есть, сохраняемся. Не знаю для чего, вроде мы не умираем тут, но почему-то мы сохраняемся в любом случае. Так... Пустые комнаты какие-то. Ящики. Может, в одном... О! Смотрите. Лестница в таком месте? В моей комнате нет ничего такого. Наверное, только в номерах на первом этаже. Ну да, куда... В твоей комнате, куда можно было бы спускаться. Капец, тут темно. Просто ужас. Канализация? Похоже, скрытый проход. Смотри внимательно под ноги. Ужас, как темно просто. Давайте пробежимся, наверное. Ну-ка. Тут вроде ничего нету.
Блин, тут так темно, что если сейчас какой-то скример вылезет, то будет страшно. Так, я могу... А, это я наверх иду по лестнице по этой. А куда же мне идти? Так, тут мусор, надо было наверх подняться. Груда металлического мусора, осмотреть. Может, что-нибудь найдем? Может, это пригодится? Рычаг. Это 100%. А ну-ка, смотреть. Это 100% пригодится. Ничего полезного. Скорее всего, этот рычаг куда-то надо будет ставить. Сейчас залезем сюда. И пробежимся немножечко. А вот и записка. Тут есть записка, но в темноте невозможно прочитать. Рычаг, вот он. А вот и свет. Так, что у нас за записочки теперь? Теперь я свободна, я могу пойти туда, куда хочу. И главное, я смогу продолжить свою историю и исполнить наше обещание. Историю? Она имеет в виду свою жизнь? Интересно, почему записка именно здесь? Не думаю, что Кейма, селившийся в комнате нашего дома, мог что-то там оставить в таком месте. Да, наверное, это не его. Но, похоже, это не последняя записка. Так или иначе, давай уже уйдем отсюда. Мне неприятно здесь находиться. Ты права. Так, а тут ничего нет больше? Шкафчики ничего нет? И тут вроде бы тоже ничего нет. Свет мы везде врубили. Канализация... Опача. Ой, почему выключился свет? А потому что, блядь, дядя Степа! Что это? Та же тень, которая преследовала меня в особняке. Бежим отсюда, Кикун! Бежим! Вау! Эй-эй-эй! Так, так. Твою дивизию! Какая она быстрая! Ни хрена себе! Вроде оторвались. Похоже, что тело монстра не поместится в этот проход. Поэтому он не стал преследовать. Что это было сейчас? Действительно монстр? Не знаю, монстр это или... Или... Монстр ли это? Но люди не бывают таких размеров. Я больше не терплю подобного. Не думаю, что в канализации есть еще записки. Может, остановимся на этом? Ты права. Акари-сан, спасибо, что помогла мне. Не за что. Прости, что я не смогла показать себя как взрослую. Вовсе не так. Думаю, что в одиночку я бы не справился. Акина-кун. Хе-хе. Что ж, идем домой. Уже давно пора спать. Да после такого... Мое? Что за мое? После такого хрен уснешь. Я б не уснул точно. Так, сохранялочка. Обязательно пересохранимся, потому что... Вдруг что? Так, ну, идем на самый верх. Так... Прикольная история развивается, непонятно, правда, что там с этой нашей девушкой той, но мы, думаю, узнаем, проходя дальше и дальше и дальше. Так, а куда нам идти? Сюда, наверное, да? В спальню. Так, спальня вот. Что ж, давай ложиться спать. В одну кровать? Я переночу на полу, а ты ложись на мою кровать. А, нет, лучше я лягу на пол. Все нормально, все нормально. На самом деле, я часто сплю на полу. Почему это? Мне так даже больше нравится, так что не стесняйся ложиться на кровать. Если так, то тогда ладно. Так. И засыпаем. Кровать Акари-сан приятно пахнет шампунем. Я хоть и говорил, что могу поспать на полу, она все равно настояла. Акари-сан действительно хороший человек. Ну, она же твоя сестренка все-таки. И это у нас флешбэк. Привет, Акина. Спасибо, что зашел. Кто это такой? Это сон? Папа, это папа. Папа, почему ты не в постели? Тебе нужно больше отдыхать. Ха-ха, все в порядке. Я просто решил немного размяться. Похоже, ты идешь уже на поправку. Помнишь, как ты любил фотографировать? Соблюдай постельный режим и выздоравливай. Иначе твоя камера совсем запылится. Фотографировать? Даже будучи в больнице, я продолжаю работать с камерой. Но в больнице ты не можешь сделать красивых фотографий. Нет-нет, фотографии важны не столько само место, сколько как оно сделано. Хе-хе, я так и знал. Теперь знаешь. А, наверное, не знал. Кстати, тебе надо познакомиться с интересным ребенком, который сейчас в этой больнице. Только не говорите, что это та девочка. Как ее зовут, я забываю постоянно. Интересный ребенок? Так же, как и тебе, ей нравятся романы, она даже сама пишет. Она находится в одной из палат на втором этаже, эта девочка тоже хотела с тобой познакомиться. Хе, пишет романы, значит, хотелось бы почитать. Правда, она очень стеснительная. Как только я сказал, что мой сын пришел ко мне, она сразу убежала к себе. Жаль. А что она вообще делала в твоей палате? А как ее зовут? К сожалению, я не знаю. Кто же это может быть? И сон заканчивается, походу. Или это... Ну, это флешбэк, скорее всего, был. Доброе утро, выспался? Доброе утро. Благодаря тебе я хорошо спал. Дождь, кажется, прекратился. Ага, сейчас прекрасная погода. Даже не верится, что вчера был такой ливень.
Я не особо дружу с готовкой. Будешь завтракать раменом? Дошираком, да? Ага, я обожаю рамен. Вот и славно. Тогда приступай, пока не остыло. Спасибо за угощение. Кстати, ты скоро домой возвращаешься? А то рамена не хватит, да, на двоих? Хотелось бы провести с тобой побольше времени. Что-то тут текст выходит за пределы. Если я не помешаю, то когда-нибудь снова приду. И тогда мы сможем поболтать на славу. Но мне не кажется, что он сейчас уйдет, и все, этот персонаж, тут его больше не будет. Что-то мне так не кажется. Правда? Буду ждать с нетерпением. Хотя? Опа. Похоже, этот мальчик действительно собирает записки Табари. Ну и ладно, я как романист Тагакуши Кейма справился со своей ролью. А? Ха. То есть ему это надо было? Может... Чё-то я не понимаю. Тагакуши Кейма, о котором вы говорили в последнее время, остановил свои публикации. Чем больше он пишет, тем мрачнее и депрессивнее становится текст. Говорят, что некоторые фанаты по ходу прочтения одной из работ Кеймы начали видеть галлюцинации. О, вот почему мы и видим галлюцинации. Это по ходу его записки. А сам он как комментирует это? Вообще никак. Получается, что он до сих пор является действующим писателем. Лично я думаю, что он заболел, поэтому публикации приостановились. Может быть. А если он был повержен той же иллюзии, которую сам породил? Собственно, показательная последняя его работа под названием «Рассказы насекомых». В нем излагается мысль, что он пишет под действиями этих насекомых, которые находятся в его голове. У него в голове. Господи. Думаете, в его работах он описывает свои собственные чувства? Может, лишь отчасти, однако фанаты, скорее всего, считают, что это все про него. Если так, неудивительно, почему люди проникаются его работами? Да. Людей больше привлекают истории из личного опыта, чем что-то придуманное. Это верно. Любопытно, что дальше произойдет с этим противоречивым писателем Тагакуши Кейма. И не только с ним. Интересно, что произойдет вообще со всеми персонажами тут. Потому что в первой части тоже было много персонажей, вроде как. И было интересно. А мы на уроке? Так, с сегодняшнего дня весь месяц за ваш класс будет отвечать учитель-практикант. Фурусата-сенсей, пожалуйста. Девушка? О, Чита-сен, господи, как давно я тебя не видел, ты постирала свои трусишки, которые говнишки, Чита-сешечка моя, бля, как я рад ее видеть, я, честно говоря, хотел предположить, я не знаю, предполагал, я не помню, говорил я, что Чита-сен будет в этой серии, но мне, ну я так что-то думал, ха-ха-ха, можно было отпустить эту формальность, Чита-сен, друзья, с первой части, если кто не видел первую часть, посмотрите обязательно, я плейлист оставлю под видосом, и посмотрите обязательно первую часть. Она была охрененной тоже. Можете подойти поближе? Спасибо. Читасе. Она взрослая такая. Пожалуйста, представьтесь ученикам. А, да, я... Боже мой, все смотрят прямо на меня. А ты как думала? Фурусата-сенсей, все в порядке? А, блин, надо прекратить так волноваться. Блин, вот это я рад. Читасе, с завтрашнего дня у тебя начинается учебная практика. Чтобы побороть волнение, ты должна уже сейчас представить, что являешься учителем. Тебе нужно стать на одной волне с учениками. Так будет гораздо легче, хотя я думаю, что ты и без этого способна справиться. На одной волне с учениками? Йоу, фейс, бургер, да, сейчас буду петь, спиннеры крутить, вейпы курить. Так, ладно. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Фурусата Читасе. В следующий месяц я буду заботиться о вашем классе, рассчитываю на вашу поддержку. Кстати, я люблю шоколад и в последнее время пристрастилась к рулету из комбинезона. Я тоже обожаю шоколадный рулет, поэтому у меня такая срака огромная. Фурусата-сенсей такая милая. Нет, я не милая. Когда стесняется, еще милее становится. Ах, сильно не высмеивайте меня. Итак, давайте начнем перекличку. Ладно. Чита-сешечка, она в новой части у нас будет. Михаши, прям как Миха. Здесь. Миянаги. Значит, все еще в больнице. Простите, отсутствующая Миянаги-сан давно болеет? Давно, уже почти год лежит в больнице, ни хрена себе. Почти год, значит, это серьезное заболевание. Думаю, что это так, только... Родители никогда не рассказывали, чем она болеет. Сколько бы я ни спрашивал, они всегда уводили разговор в сторону. Вот как? Я не могу просто так это оставить. Скажу после занятий в дом Миянаги-сан. Читасе прям такая, прям волнуется. Так, как за своих прям родных детей. Миянаги-сан живет здесь. Такой дом странный, маленький. Простите, что без оповещения. Я бы хотел поговорить с вами. Кто это? Я учительница на практике в классе Табаричан.
Я бы хотел разузнать о здоровье своей ученицы. Табарь. А, Табарьи. Они тщательно заботятся, можете не беспокоиться. Я больше не хочу связываться с этим. Что вы имеете в виду? Она проклята. Проклята? Как только она родилась, муж нашел другую девушку и бросил меня. И это еще не все. С тех пор я заболел, и я не могу даже работать должным образом. Она приносит одни беды. Эта девочка проклята. Пожалуйста, объясните ситуацию поподробнее. Бесполезно. Как и говорил сенсей, родители не хотят толком рассказывать про болезнь Табари-чан. Коты везде. А, сенсей. Ты ведь ученица из моего класса? Сенсей, вы тоже пришли повидаться с Миянаги-сан? Да, но ее родители не стали меня слушать. Так и знала. Миянаги-сан, твоя подруга? Ну как подруга? В начальной школе мы были в одном классе, и как представитель коллектива пришла посетить ее. Вот как? Ты не могла бы мне рассказать про Миянаги-сан? Что это за человек? Могу. Она всегда была инертна и почти не разговаривала. В общем, довольно странная девочка. Я думаю, что она была такой угрюмой из-за отношения с матерью. Вы же видели ее поведение? Да. Тем не менее, до болезни она посещала школу без прогулов. Наверное, это было лучше, чем оставаться дома с такими родителями. Миянаги-сан чем-нибудь увлекалась? Насколько знаю, ничем особенным. Она просто всегда сидела тихо и смотрела в пустоту. Понятно. Спасибо, что рассказала мне. Отправляйся домой, а то уже начинает темнеть. Хорошо. А мы... Нужно будет еще раз прийти. Какая-то записка. О, а вот и записка, друзья. Но, друзья, в следующей серии мы уже на час записали наших видосиков «Мечта Читасе». И мы узнаем, что же будет дальше. С вами был Блудлина. Ставьте лайкусики, пишите комментарии и ждите новых видосиков. Чем больше лайков, тем больше будет видосов. Так что все зависит от вас. Пока-пока.